Запрет на въезд, запрет на эти компании, которые разные страны уже там нам предъявили. Очень много и банков, я слышала, кстати, пострадали. То есть, вот, ну, допустим, элементарно, я недавно получала визу, мне сказали: Юлиан, если у тебя есть счета какие-то там в определенном банке, не буду называть их название, то лучше не подавай документы, забирай туда все свои деньги, переводи в другой банк. Потому что если у тебя в этом банке то все финансы твои, тогда тебя просто не пустят в другую страну. Собственно говоря, что я и сделала. Взяла и перевела все свои финансы в другой банк. И подала документы, и мне спокойно дали визу. Но на самом деле это, конечно, будет проблема и для артистов, и для компаний, и для простых людей, которые просто каким-то боком случайно в какой-то организации. То есть сейчас у меня элементарно там у семейного друга, он работает в органах, его не пускают во многие страны отдыхать, ездить. Естественно, это проблема. Я считаю, что должны все более мирно жить и как-то дружить между странами. Как-то все это началось, вот какая-то вот котопляска какая-то, мне совсем непонятная. Я бы больше все-таки как-то дружила бы со всеми, пускала бы всех в Россию, сама бы всех выпускала бы из России, гастролировала бы, работала бы и радовалась. Хочется мира, мира во всем мире.